Автомобильная пробка образовалась сегодня на проспекте Котельникова. Там перекрыли еще один участок дороги в районе заправочного комплекса. Вот уже месяц здесь идет строительство подземного пешеходного перехода. Подрядчики приступили к очередному этапу. Они прокладывают ливневую канализацию. И теперь для проезда открыто только по одной полосе в каждую сторону. Полностью завершить работы должны только к октябрю. А до этого времени придется терпеть неудобства и по возможности пользоваться объездными путями. Ну, в принципе, никаких. Я понимаю, что это надо. Ну, задержка времени – единственное неудобство. Вообще неудобно, очень даже неудобно. Постоянно пробки, везде пробки. Вот приезжаешь – просто бесполезно, просто бесполезно. Еще бы соблюдали бы правила движения более-менее, да, нормально. А то лезут все справа налево, слева направо. Поэтому очень-очень неудобно вообще.